Всем привет. Обычное дело, мороз, сел маленький аккумулятор. Автомобиль не запускается. Квадратик возле буквы П не горит, что означает сел маленький аккумулятор. Температура минус 24. Я выхожу из этой ситуации так. Приобрел два бамбука. Кто не знает, это элементы от высоковольтной батареи Приуса 10. Запараллелил их и прикуриваю от них. Пройдем багажник сейчас. И это все сделаем. Вот так они выглядят. Получились на скорую руку. Здесь запараллелены. Здесь выводы закрыты. Плюс, минус. Подсоединяем к аккумулятору. Одной рукой неудобно. Теперь плюс. Все. Видим, появился квадратик. Запустился. Даем бамбукам с минуты подзарядить от автомобиля. И до следующего пуска пусть лежат в багажнике. Все, всем спасибо. До свидания.